Доброго времени суток всем вас приветствует канал «Белорусское пчеловодство». И уже как стало традицией на нашем канале, мы дозвонились в Кемерово, в пчеловоду-промышленнику Алексею Матюшкину, для того, чтобы в очередной раз пригласить его к нам на стрим, побеседовать, ответить на вопросы наших зрителей, наших подписчиков. Здравствуйте, Алексей. Добрый вечер. Добрый вам. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, зрители вашего канала. Я совсем недавно был в Беларуси, был в Гродно. Да. Проехал, скажем так, от Могилева до Гродно на автомобиле, поэтому посмотрел, какая замечательная Беларусь, какие замечательные пчеловоды белорусские, взаимоотношения теплые, радушный прием. Поэтому очень рад, что канал «Белорусское пчеловодство» снова на связи. Спасибо вам за теплые слова, Алексей. К сожалению, нам не удалось, конечно, попасть на эту встречу, которая у нас проходила в Гродно, да? Хотелось бы тоже, конечно, с вами увидеться, пообщаться, но так сложились обстоятельства. Ну, мы наверстаем упущенное вместе с вами в стриме, да? Скажем так, мы знаем, что вы тоже... Вот у нас недавно состоялась беседа с Дмитрием Анатольевичем Николаевым по вопросу Союза промышленных пчеловодов Таможенного союза. Мы знаем также, что вы являетесь одним из членов этого союза. И тоже, может быть, хотели бы побеседовать с вами на эту тему. Как вы смотрите вот на этот вопрос? Ну, я думаю, это очень актуальная тема, потому что мы долго к этому, наверное, шли, к объединению. Общение на форумах, потом сейчас уже в WhatsApp-группах. Это тоже какое-то приводит к каким-то, значит, более тесным отношениям между пчеловодами. Но это все как бы неформальное общение. А уже достаточно плотное формальное общение, начиная от некоммерческих целей и задач и заканчивая коммерческими целями и задачами. Это вот как раз уже в Союзе промышленных пчеловодов Таможенного союза. Вот мы надеемся, что это наше единение в этом союзе позволит нам развивать дальше наши пасеки. Ясно. То есть, в принципе, ну, да, если... в принципе, я готов 90% времени на стриме потратить именно на вопросы по Союзу промышленных пчеловодов, по путям дальнейшего развития. Ну, это как бы на мой взгляд. Я не буду от имени Союза это говорить, буду говорить, ну, собственное мнение по этим вопросам. Да. Вот именно это хотелось бы услышать, да, что вот именно ваше мнение. И все-таки я хотел сказать, если будут вопросы, касающиеся вашего ведения, вашей работы, то я думаю, мы не откажем нашим зрителям и подписчикам. Конечно, я думаю, да. Да, и ответим. Да, Алексей. Пчеловодство тоже. Да, ну, в принципе, интересно будет тоже послушать и вас по этим вопросам, которые вы вот осветили здесь, так. И хотелось бы уточнить с вами, давайте мы по числу договоримся. Как вы смотрите на то, чтобы провести стрим 21 числа в четверг? Замечательно. Замечательно. Время. Как мы подберем время, потому что мы знаем... Ну, наверное, чтобы люди уже ваши пришли с работы. Часть из них все-таки еще пчеловоды в зимнее время работает. Да. Поэтому с 19 по Москве, наверное, будет нормально. Как всегда у нас. Еще раз, очередной раз вам каждый стрим я с вам звоню и говорю спасибо за то, что вы в такое позднее время соглашаетесь прийти к нам на стрим. Все-таки у вас это уже... получается 19, у вас это 23, да? 23, как всегда, наши стримы. Я еще не успел перестроиться с белорусского времени, на местное, поэтому все хорошо, нормально. Тогда хорошо, Алексей. Вы будете в четверг еще на белорусском времени у нас. Хорошо, это замечательно. Ну и давайте повторимся. 21 ноября 2019 года, это будет у нас четверг, в 19:00 по Москве, Алексей Матюшкин, ответы на вопросы, касающиеся Союза промышленных пчеловодов Таможенного союза, и немножечко по теме ведения хозяйства Алексея Матюшкина. Вот, в принципе, такая тема. Соберемся, побеседуем, обсудим, зададим ваши вопросы, ответит Алексей на ваши вопросы. Алексей, спасибо, что согласились сегодня с нами побеседовать. И спасибо, что согласились. Спасибо, Сергей, вам. Спасибо за звонок. Все. До скорой встречи. Всего хорошего, Алексей. До свидания.